польские казки и поданни. Живая вода. Давным-давно, а может и не так давно, за горами, за лясами, а может, неде недалеко, жил разом со своей матулей Петрик. Аля подножжа великой да таямничей субботней горы жила зялярка Аджиха. Петрик? Ратуй, Аджихо, мама захворела. Бяжи по брату, а я займуся мамой. Каспар! Что такое? Мама захворела. Я выключу доктора. Бяжи по Яна. На жаль, я тут не допомогу. Нет, этого не может быть. Есть от этого только один паратунок. Сдобыть живую воду. И она вылечивает все хворобы, она отвертает життё. Скажи, где взять живую воду? На вершине субботней горы. Только как туда добраться, треба одолить шмат перешкодов. Увесь час треба идти на простки на вершине и не озираться, что б не сталось. Я дужий мужный. Злую моць я перемогу силой духа. Я пойду, принесу живую воду. Я пойду. Ён отважный и одолею все перешкоды. Зерни, на вершине этой горы растет золотое древо. Под ним крыница с живою водою. Шмат кто спробовал туды трапить, але ни один не вернулся. Тому памятай, нельга озираться ти збочить с дороги. Возьми, и он будет остерогать от небеспеки. На досвидку вернуся с живою водою. Я пойду по зёлке, клопотися про маму. Вітаю тебе. Вітаю, заходь, не у забаве. Навальніца скончыцца.
Джиха! Джиха! Ён не помыляется. Твой брат не вернется. Каспар не дал рады, а ты думаешь, даси? Я пойду, не поддамся злым духам. Возьми, ён да поможет тебе. Не треба. Петрик. Ён тебя остерожает от небеспеки. Дякую. Вернусь с живою водою, дали Бог. Гляньте, кто тут у нас. Верни, он щемится у вагонь, коли можно боком обысти. Які отважны. Оттягните ягоную увагу, а я тем часом... У чим ты теперь принятешь живую воду? Гэтаю зручною дорогой ты хутчэй дойдеш до вершини. Иди на сходы. Яны так само ведуть до крыницы. Ты амаль дайшоў да мэты. Ты выйшаў з перамогай з усіх выпрабаванняў. Ты заслугоўваеш узнагароды. Все будет добро. Уже скоро. Привитание, Петрик. Я пришел по живую воду. Я ведаю, для хворой мамы. Подойди до крыницы и опусти у яе руки. Адламі галінку дрэва, апусці яе ў жывую ваду, і калі будзеш спускацца ў даліну, акрапі прыдарожныя камяні. Спяшайся, маці чакае,
Петрик! Каспар! Я так рады! Ходім, мама чекає. Удалося. Несуть живую воду. Мама! Мама, як ти себе відчуваєш? Добре, любе, добре. Дякую вам. Гэта Петрик здобыў живую воду. Нам не удалося. Растопі печку, Петрик. Треба зрабіць сняданак. Дякую, Аджиха. Коміну йшов веселий дим. Димілі так само коміни інших хатів. Гета був час сніданку.